Всем привет, дорогие друзья, с вами Залел, и мы сегодня с вами поиграем в новенькую игрушку под названием Besiege. Я вообще случайно на нее наткнулся, потому что как-то у нас с Максом разговор зашел, что надо что-то все-таки новенькое на канале и какие-нибудь такие игрушки инди. Он мне вообще посоветовал Prison Architect, то есть есть такая игрушка, где надо построить тюрьму для зэков, и чтобы они типа там жили, чтобы хорошо в условиях, ну и, естественно, предотвращать побеги. Ну, очень интересная игра, но... Я ее даже купил, да, то есть она будет на канале, но чуть-чуть попозже, вот. И наткнулся я вот на эту игру. Она, конечно, сейчас в стадии разработки, поэтому тут уровней мало, и думаю, мы пройдем, не знаю, серий за две. Спокойно. Вот, а что же надо здесь делать? Давайте начнем сразу же, а то я знаю, вы не любите, когда я в меню сижу. Вот, так, ипсилон какой-то у нас, и давайте начнем. Где тут зона 2, та-та-та-та-та-та-та, всего 15 уровней, вот. Во времена средневековья здесь мы будем с... Не машину, скорее всего, типа повозки, что ли, вот, сейчас будем делать. Так, так, это что-то, кстати, напоминает на, знаете, Kerbal Space, как-то так вроде игра называется, где надо построить корабль и отправляться, но, блин, там я вообще не мог просто играть, ну, действительно, сложно корабль было как-то построить. Так, давайте подумаем, ну-ка, тут два слоя-то нельзя сделать, никак, ну-ка, так, мотор... Это типа колеса, да? Колесики, ага, замечательно. Ну, пусть будут у нас колеса. Так, тут у нас, кстати, туториал. Это колеса. Вот нам показывают, кстати, модели. Что-то, видите, вот что-то типа этого. Я не знаю, правда, курсор у меня записывает или нет. Так, что это у нас тут такое? 200% что-то такое. Слайдер, да, таймскейл. Понятно, сохраниться можно. Ну, в общем, интересная игрушка. Ставьте лайки, ребят, пишите вообще в комментариях, стоит ли ее как-то дальше, что ли, проходить. Хотя мы вот-вот только начинаем. Я первый раз в нее играю, но, правда, пару геймплейных роликов ты посмотрел. Так, значит так, первая наша задача — уничтожить вот эту сраную деревушку. Так, у нас... Оружие, так, замечательно. Я могу поставить? Да, я могу спокойно поставить, даже на самом первом уровне. Дестрой машина. Так, я могу? Да, я могу. Уничтожить по одному. Так, наша машина 100% должна быть вообще классной. Пушка. Вот мы построим одну пушку. Потом, смотрите, можно даже летать, офигеть, интересно. Нет, мы не будем с самого начала так делать, а то будет как-то не очень интересно, если мы на самой первой машине все пройдем. Поэтому давайте по порядочку будем начинать. Так. Сначала будет вообще такая маленькая-прималенькая машинка, а потом уже большая. Вы не обращайте внимания, там на заднем плане котики дерутся. В общем, как все как всегда. Так, блоки. Wooden панель какая-то интересная. Нет, не будем пока это трогать. Так, могу вот так вот сделать. Отлично. Пусть у нас будет, знаете, типа... Так. И вот тройная. Пусть у нас тройная будет. Ой, я правда как-то неправильно вроде... А, хотя плевать. Какая разница, правда? Раз, и все. Отлично. Вот у нас... И можно, в принципе... Да, давайте-ка тройную сделаем. То есть 3x3 у нас будет. Что в этом роде. Так, уже видите, как хорошо пошло. Не знаю, пропускать ли, ну, вырезать, вот как я строю, и сразу же вставлять. Не знаю, напишите тоже в комментариях. Я вообще не думаю, что вы вообще смотрите это, так как инди-игры на моем канале-то не очень особо популярные. Вот. Так, отлично. Вот такой у нас куб 3x3. Теперь что мы будем с вами делать? Во-первых, колесики. Отлично, колесики. Даже побольше колес надо как-то... Или, знаете, как у грузовичка. Грузовичка, хотел сказать. Так, о, я могу отменять вот так. Отлично. Так, посмотрим. А теперь у нас... Что это такое? Контрол?
Смотрите, как интересно. То есть, вот давайте, допустим, запустим, да? Так, запустим. И я не могу поворачивать влево и вправо. Я могу только вперед. Ну, я думаю, сейчас сразу пройду этот уровень. Да, смотрите, я прошел уровень. Спокойно. 5 минут. Блоков 66. Ну, не знаю, хорошо ли это? По-моему, не очень. То есть, может, из минимума тут надо нам как-то выгораживаться. Так. Следующий уровень. Разрушить теперь вот эту шляпу. Давайте попробуем. Понятное дело, надо нам. Давайте кое-что заменим все-таки. Мне вот это вот очень не нравится. Не нравится. Так, вот это возьмем. Раз, раз. Пусть только у нас... Или... Как бы тут получше-то? Да, пусть у нас только первые два колеса направляют. Раз... Раз. Замечательно. Теперь у нас вот такие колесики будут. Так. Вроде хорошо все, да? Блин, охрененная тачка! На прокачку. Думаю, можно сейчас какое-нибудь оружие установить или что-то в этом роде. Или давайте посмотрим, что тут еще есть. Так. Мы вот это не использовали. Two points. Brace. Что это такое, интересно? Two points. Интересно. Так, что я сделал? Это очень-очень интересно. Пока я не понимаю. Клик, N, A. И держим, ну-ка. Вот смотрите, вот я задержал. Смотрите, вот видите, да? Все понял. То есть с колесом... Вот какая фигня! Стоп! И получается, колеса не будут двигаться, да? Ну-ка, давайте проверим. Давайте, мне очень интересно. Или наоборот, они будут крепче держаться, точно! Ну-ка, давайте посмотрим. Так. Ой-ой-ой, камера, видите, как направляется-то сразу. Надо как-то... Ага. Замечательно, она может гонять туда-сюда. А, нет, что-то, видите, у нас... Не по плану пошло, она к чертовой матери развалилась. И почему-то эти штуки не держат даже. Вот я не понимаю тогда, в чем прикол. Давайте смотреть. Почему-то они не удержались. Я могу как-нибудь вот... Да, я могу еще больше сделать. Вот так вот аж. Смотрите, все больше и больше. Я не знаю, будут ли они крутиться, наши колесики. Но вроде как должны... Так, давайте теперь с этого ракурса. Раз, раз. Сейчас. Наоборот, закрепим их сейчас. Так, замечательно. Теперь с этого. Ну-ка. Тут сколько у нас получилось? 4. Сейчас еще тут. Раз, раз. Давай. Есть. Ага, замечательно. Блин, охрененная повозка у нас получилась. Давайте проверим. Теперь тест-драйв будем делать. Так, я могу вот с этого... Так. Ага, ну, в принципе, как я и думал. Да, ни хрена она не будет ехать у нас. К чертовой матери. Зачем я это делал? Ладно. Ну, можем, в принципе, наверное, кое-что оставить. Например, вот эти, да? Вроде как держаться-то они должны. Вот тут камера, ребят, вообще неудобная. Вот видите, как тут, вот как мне вот сейчас смотреть? Только так приходится. Да. Давайте посмотрим, что так будет. Мне очень интересно. Тут, кстати, побольше вроде держатся. Блин, я все удалил, да? А, ну и ладно, плевать, в принципе. Ну-ка... Смотрим, как наша тачка поедет. Так. Видите, камера не очень здесь. Я не могу как-то... К чертовой матери все развалилось. Ладно. Мы только зря, можно сказать, теряем время. Резет камера. О,
Отлично. Отлично, тут можно камеру вернуть к, к исходному состоянию. Так, удаляем вот эти штуки. Они действительно, видимо, ни к чему. Так, отлично. Теперь тут... Блин, я думал, наоборот, они типа будут крепче держаться или что-то в этом роде, а теперь получается... Вот, смотрим, да? Да, она едет. Бедная курица. За что? Все, приехала наша повозка. И я даже... Нет, посмотрите, она еще едет. Охренеть, мы, может, еще выполним миссию? Погодите, погодите, погодите. Нет. Ни хрена мы с вами не выполним эту миссию. Ну, курицу-то хоть задавим? Нет. Курица тоже в живых осталась. Надо теперь подумать. Смотрите, в чем прикол. Чтобы мельницу нам разрушить, она, видите, на выступе каком-то. То есть там ступенечки. Мы с вами поставим какое-нибудь оружие. Ну, уже пора, да, ребят? Тут какая-то сила есть. Так... Ага, стиринг какой-то. Это интересно, что это такое. Может, получше даже штука-то будет, а? Или она назад получит? А-а-а, смотрите, эти вперед, а эти назад. Ага. Значит, как попробуем? Удаляем колеса. И с той стороны тоже надо удалить. Ну как, без этого-то, да? Так, ну-ка попробуем, попробуем. Мне очень интересно. Сработает? Сработает ли это? Может, как-то по-другому тут все. Так, вот теперь колеса ставим. А, вот это странно. А как-то их можно направить? F to flip. Так, мы можем как-то тут... Ну, мне интересно, что сейчас будет. Что у нас получится? Давайте смотреть. Так. Камеру. Ага, в принципе, все отлично едет. Да, шикарно. И смотрите, она более устойчива стала, машина наша, что ли. Да, смотрите. Не разваливается даже. Все очень хорошо. Нет, ну, да, это я погорячился. Все-таки разваливается кое-где. Но, нет, нам без оружия все-таки не обойтись. Поэтому что мы с вами будем сейчас делать? Так. Сейчас, секундочку. Защиту мы можем, кстати, какую-то поставить. Но пока не будем. Я пока не вижу в этом надобности. Видимо, потом она пригодится. Так, смотрим, что еще тут есть. Грабер какой-то. То есть, видимо, мы можем что-то цеплять. Потом еще блоки. Пистон какой-то. Давайте поставим, посмотрим. Супернесион какой-то. Видимо, отталкивается эта штука. Будет отталкивать на пружинке. Ну, тоже поставим. Так, для пробы. Для пробы. Так. Я, к сожалению, английский очень плохо знаю, поэтому, ребят, видите, декоплер какой-то. Ну, я вам уже 100 раз говорил. На эту тему. Spring. Контракт. L. Давайте посмотрим, что эта штуковина делает. Так, нажимаем L. А, она понятна. То есть видите, что она делает? Это очень интересно. Замечательно. Это прикольно, действительно, что такие функции есть. Курицы там орут. Курицы несушки. А, погодите, погодите. Скоро мы вас раздавим к чертовой матери. Блин, тут реально можно как-то такую классную штуку замутить. Сейчас давайте попробуем. С чем можно эту фигню сделать? Я вот думаю. Можем поставить так, пистоны. К примеру, вот они сжимаются. Блин, и как-то вот эту штуку можно ли поставить? Ну-ка. Нет, нельзя. Так-так-так-так-так, нет-нет-нет, нам надо именно, чтобы она внутрь уходила. Хотя он предлагает именно так, да.
Странно. Я могу, вот, интересно, вот от этой штуки? Нет, видимо, не могу. Во, могу, могу, могу. Все замечательно. Ну-ка попробуем. Нет, не сработала моя идея. Да, она сжимается слегка, но... Как-то видите, какая фигня происходит. Блин, не могу понять. Ладно, пусть так пока останется. Мы с вами, естественно, сейчас уровень должны пройти, иначе, ну, как-то видите, как получается. Вот такую штучку поставим. И такую. И даже вот так, 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 так. Все. Смотрите. Это охрененно, это просто охрененно. Вперед! Так, пробуем, ребят. Давайте попробуем. Сейчас-то мы точно должны разрушить. Нет, ни хрена мы не можем разрушить. То есть надо еще выше. Блин, ну черт возьми, а как же... Ну-ка, 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 блин, нет, я не могу ни хрена. Пусть пока так будет, что ли. Может еще пару колесиков добавить. В принципе, можно, да, тогда у нас даже проходимость будет лучше, но что-то так. Давайте-ка поставим. Они вращаются, ну, блин, давайте пусть... Нет, так и так придется нам вот такие ставить. С этим просто, ну, нельзя поспорить. Пусть 4 колеса у нас будет. 4, получается 8. 4. Так. Видите, просто задние, они вроде как в другую сторону вращаются, блин. То есть не по часовой стрелке. Эти по часовой, а эти не. То есть это более усилие тут какое-то идет назад. Зря, по сути, мы так делаем. Но ладно, и так сойдет, по сути-то. Давайте еще поставим каких-нибудь интересных штук. Во-первых, вот этот шар. Как его поставить? Мне очень интересно. Давайте смотреть. Так, 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 так. Могу, не знаю, вот так вот сделать. Еще нет, не могу. А, тут видите, потолок есть, высота. Блин. Ладно. И шар я все равно не могу прицепить. А на что вот он, интересно, цепится? Тут же есть какие-нибудь, интересно, такие штуки. Будем панель. А, вот, например, на такую, может, штуку. Давайте проверим. Нет. А, может, он... Да нет, в принципе. За радиус вроде как не выходит, да, ребят? Вроде как за радиус-то не выходит эта штука. Да, тут вообще тоже нельзя. О, нет, посмотрите, я поставил. Каким макаром, правда. Блин. Так, хорошо тогда. Давайте удалим. По сути, тут все очень легко. Я не знаю, что мы теряем время. Давайте поставим пушку, да и все. Как там использовать С и У? Все. В принципе, больше-то и ничего и не надо. Ну-ка, пробуем. Ну-ка, попробуем сейчас. Бам! Сейчас направим нашу пукалку. Погодите. Ой, блестяще-то как, а? Просто блестяще. Отвалились наши колеса к чертовой дивизии. Так, удаляем. Плевать тогда. Давайте удалим. Потому что тут, видите, у повозки это и управление не очень хорошее. Да, может из-за этих штучек как раз, но... Плевать. В принципе, так она... Вот видите, она не может сейчас повернуть. Потому что, видимо, масса пушки очень большая. Вот в чем проблема. Это интересно. Так, давайте тогда... Это удалим. Пушку вот сюда поставим. В принципе, это легкий такой вариант. Вообще легкий-прелегкий. Я не могу все равно повернуть. Как-то, видите, получается, как... Ага, ага, ага. Нет, давайте все-таки колеса заменим. Все-таки я зря так начал делать. Ну, реально зря. Надо было просто вот на эти штучки прикрепить, да и все. Не, зачем-то все усложняю себе жизнь. А, кстати, а двойные колеса можно сделать? С другой стороны? Нет, нельзя, смотрите-ка. Да, нельзя. Так, пробуем. Ну что теперь-то получается, смотрите. Охренеть.
Что это за дикобразина такая? Ладно, давайте уничтожаем, короче, эту штуку. За 10 минут я все-таки смог, охренеть. Ладно, следующая зона как-то вообще по-читерски. Да тут, блин, легко, в принципе, пройти-то. В чем проблема была, я просто не знаю. Так, все, я понял свою проблемку. Давайте дальше. Уничтожаем эти штучки. Так, так. И поставим лучше все-таки нормальных. Смотрите, какое следующее у нас задание-то надо. Нам нужно достигнуть вон того. Но тут, смотрите, мины. Интересно. Как использовать камеру? Ага. А, ну, в принципе, понятно, ага. Но я буду все-таки обнулять. Ну, потому что я... Вот как вверх ее направить? Я не понимаю. Как там зажать надо что-то? Пофиг, будем обнулять. Так. Ну, камера здесь... Нет, на самом деле в отзывах у этой игры в Стиме написано 96% крайне положительных отзывов. И я видел, что в основной минус у этой игры именно вот находится в управлении. Действительно. Ой, камеры. Не управление, а камера. Хотя управление тут тоже не такое уж славное, но... Так, ну сейчас, если не заработает, я не знаю, что будет. Ну-ка, давай, все, погнали. Так, вот такая у нас фигня получилась. Но смотрите, действительно работает, эта штука работает. Да. Вот только у нас тут проблемы, ребят. Как проехать между мин? И будет ли... Ох, вот видите, уже что-то отвалилось, что-то взорвалось. Блин! Чёртовы овечки! Да, и вот что осталось в конце концов. Да, вы только радостные, да? Ой-ка, да? Так, будем думать, изобретать. Во-первых, надо тогда уменьшить нашу машинку. Вообще, просто, вот знаете, дестрой машину, да! Вы скажете, ой, дурак, да можно было там проехать. Да ничего, ребят, сейчас сделаем... Так все легко. Вот смотрите, это же, блин, каждое, можно сказать, задание тут надо по-особенному проходить. Каждый левел имеется в виду. Так, ну, пусть будет даже такая штука, не знаю, пусть такая будет. Раз. Так, тут уже, понятное дело, надо нам... Так, чтобы вращались колесики наши, правильно? Правильно, так... И все, колеса теперь ставим. Так, погодите. Блин, вот камера, да, действительно напрягает меня. Ну ничего, мы справимся, ребят. Так. И знаете, чтобы машина быстрее еще ехала, давайте вот так вот сзади поставим. Знаете, как такой азотик будет. Тут еще одно колесо. Хорошо, пусть будет так. Ой, немножко сломалось, но, в принципе, плевать. И без этой штуки мы можем спокойно доехать. Я прав? Да, я прав. Блин, правда, она нам немного мешает, но ничего. Нет, это действительно было лишней деталью все-таки. Ладно, хорошо, удаляем. Хорошо. Так, смотрите, заднее колесо-то, блин, тоже реально работает, а? Блин, тихо. Она, смотрите, как машинка-то боком валит. Блять, ёбаные овцы. Может, мы выполним миссию, а? Нет, только не сегодня, видимо. Так. Действительно, боком валит. Но для нас это действительно очень плохо. Поэтому придется так ехать. Так, потихонечку. Смотрите, из-за этих сраных овечек, видите, что происходит? Они на мины идут. Да вы гады! Кстати, я продолжаю движение, правда, вот видите, нет, не продолжаю. Так, пробуем еще раз. Я уверен больше чем, что можно пройти, но в чем проблема? Так, надо потихонечку, видимо, ехать, потому что эта хрень может развалиться. Я могу ее, в принципе... укрепить.
Вы сами это знаете. Вы сейчас скажете: ах ты читер поганый, ах ты мудель ты такой, надо прямо ехать. Ну хорошо, хорошо, давайте. Действительно, я вот об этом подумал, что как-то все-таки объезжать это уже по-читерски будет. А мы по-хардкорному любим проходить, поэтому давайте. Так, сраные овцы, умирайте. Черт, да вы гады, что вы делаете? Дайте проехать! Так, все пока идет хорошо. Так, как эту мину нам объехать, я вот думаю. Прямо, блин, вот ты вы говнюшки маленькие. Все из-за вас. Ай, может, не будем мучиться, ребят? Как-то надо еще тут подумать. Так, 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 как же ее укрепить? Она же, смотрите, вот эти штуки почему-то обламываются очень-очень легко. В этом-то основная и есть проблема. Как мне укрепить? Может, с помощью брони как-то можно? Ну-ка, давайте посмотрим. Может, действительно, надо было броней вот так вот укрепить, раз-раз, и все. Колеса можно даже укреплять, смотрите. Вот в чем проблема-то была. Все понятно тогда. Ну, задние, наверное, не будем или будем. Давайте-ка задние тоже укрепим. Укрепим. Так, вроде ничего пока не поменялось. Так, машинка едет наша вообще шикарно, но, к сожалению, ничего практически не поменялось. Но это я быстро ходу дал, поэтому такая фигня. Сейчас будем помедленней. Теперь овцы вроде как не должны нас развалить. Так, тихо. Овечки, тихо. Вот тут только проблемка одна, что не проедет наша старушка. Или проедет. Да, проехала, ура! Твою ж мать, ну почему мне так везет? На все мины, на все три мины я упал каким-то макаром. Да что ж такое-то будешь делать? Ладно. Мы практически проехали, ребят. Я знаю уже. Уже сколько мы пытаемся пройти эту миссию. Но ничего, мы не сдаемся. Это самое главное. Так, давайте, поехали. Спокойненько. Тут надо спокойно все проходить. Видите, нормальненько. Да, парочку овечек сбили. Черт возьми, какой же тут мудрик мины-то поставил, а? Да, блин, вы реально... Нахрена вы это делаете? Так. Хорошо. Давай. Есть! Да, мы с вами прошли. У-ху! Охрененно. Кстати, вот мне интересно, а что это значит? Время тут как-то можно изменять. Получается... А, вот как интересно. Нет, нам не надо так. Давайте, ну, хотя 103... Нам сейчас надо уничтожить... Кто это такие? Это лучники, что ли? Ублюдки маленькие! Навряд ли мы их как-то убьем. В принципе, и не будем, наверное, этим заниматься. Нам надо уничтожить вот эти дома. Надо все это объехать. Хорошо. Теперь нам нужно оружие. Опять нам нужно оружие! Ну, хорошо. Так. Давайте смотреть. Балласт какой-то интересный. Ох ты, блин. Видимо, как-то стабилизировать нам надо. Вес потом будет. Вот такая вот штука. Это вообще, по-моему, катапульт, разве нет? Охренеть. Блин, тут так ее не нацепишь. Металл спайк. Я вот думаю... Взять все-таки пушку, да. Давайте установим пушечку. Даже можно, мне кажется, две установить, нет? Вот так вот, смотрите. Блин, какая у нас артиллерия. И вот так вот, знаете. Не-не-не-не-не-не-не. У меня есть идея просто. У меня просто шикарная идея. Давайте, знаете, азотный ускоритель сделаем. Как прям в Осите. Вот знаете, все же, по-моему, все направляли пушки именно назад. Тут можно как-то это сделать? По-моему, можно. А, это я... А, кстати, ну-ка, погодите. Нет, я не могу почему-то... А, мы можем просто вот так вот сделать и все? Блин, ну чё ж вы... Чё ж вы так разработчики-то сделали, а? Сразу бы как?
вот так сделали, да и все. На земле. А то, между прочим, иногда может развалиться в воздухе, да и все. Да, вот видите, спокойно. Можем так делать. Так, давайте еще раз пушку установим. Нет, все-таки моя идея не совсем зашла хорошо. Ну хотя давайте попробуем. Это охрененная будет идея. Так, лучники в нас стреляют. Ну-ка, машина разваливается. Машина разваливается потихонечку. Черт. Ладно, мы должны их быстро уничтожить. Так. Машину передвигаем. Что это такое? А, во. Я почему-то ее... А, во, могу теперь. Так, теперь зажимаем. Вот так вот. И, в принципе, стреляем сразу. Ну-ка, кто-нибудь остался? Нет, смотрите, никого уже в живых-то и нет. А, только... А, машина у нас едет про... Блин, я просто охрененную машину создал. Ха-ха-ха. Блин, я думал, она разрушится, сразу колесики отпадут. Но нет. Черт, да я просто гений. Мать вашу, я гений. Так. Поворачиваем осторожненько. Только поворачиваем, потому что тут у нас, блин, могут отвалиться наши ходики. Так. Все. Стреляем. Они только на один раз. Вот. Вот засада! Они только на один раз, ребят! Вот в чем прикол! И... О, разрушил, ни хрена я! Охренеть! Так, погодите, погодите, нам надо только одну еще разрушить, и все! Миссия выполнена! Комплит просто! Давай, 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 немножко, немножко, немножко. Есть! Да! Наконец-то! Блин! Так, мы с вами, естественно, продолжаем. А смотрите, тут что-то вот интересно. Full body burns. Какие-то, что ли, типа ачивок или что это? А-а-а! Типа... Понял. Угу. Видите, это солдат, и тут написано то, что, ну, то, что он полностью сгорел, все тело обгорело. Блин, прикольно, то есть, ну, ачивка, можно сказать. Мы могли, наверное, их и объехать, а могли их... Ёб твою! Охрененно, ребят, это же просто офигенно! Это просто очуметь. Так. В принципе, нашу машину мы пока не будем дорабатывать. Мы знаете, как сделаем. Сейчас мы с вами тут посекретничаем. Так. Хотя тут, блин, мы можем вообще взлетать. Можем вот такую штуку сделать. Но пока не будем это делать. Пока не надо. Хотя подумаем еще. Так, огнемет. Это обязательно просто надо. Обязательно. И вот так вот еще. Оп-оп-оп. И еще сзади, на всякий случай. Знаете, как такой ускоритель. Охрененно. Да даже побольше, чё мы жалеем-то, а? Тут же как бы не за деньги все это делается, правильно? Просто я знаю какую-то игру, там вот есть лимит вот постройки. Это вроде как раз Kerbal Space было. Вот точно не помню. Так, чтобы использовать... У, надо нажать. Бомба еще какая-то. Я могу ее как-то... Нет, я не могу эту бомбу. Хотя нахрена нам бомба, ребят? Все, можно сказать, начинаем, погнали! Так, на нас все бегут. Раз! Огнемет пошел! Сколько мяса! Офигеть просто. Нет, погодите, я хочу еще раз. Я хочу еще раз, это же прикольно. Блин, даже всех хочу уничтожить. Блин, это охрененно просто. Такая просто адская машина у нас. Так, ай, блин, я вернулся к карте. Так, давайте посмотрим, какая-то миссия-то у нас получается. Седьмая была, да? Да, это получается седьмая. Нет, нет, не, 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 это вот новое, назад тогда. Блин, в принципе, уровни-то долго идут.
Хотя, я знаю, ребят, я признаю свою ошибку, я мудил, я фуфил. Ну, реально, потому что вот долго все это делаю. Так, погодите. Еще раз, давайте Level Select. Я хочу просто, вот, знаете, для себя, можно сказать, пройти. Так, охрененно, блин. Ты же такая... Да что такое? Погодите! Что это за новые миссии? Стоять! Что, вот это что ли? А, да, вот это мы прошли. Прикольно, то есть тут можно еще и пропускать, если вы, ну, мудель, как я. Ну, хотя вот тут я не сфуфилился. Я такую, блин, классную машину сделал. Ну-ка, вперед! Черт, давай, жарь их, жарь! Ага, все горят, короче. Нет, в этот раз даже, по-моему, меньше умер. Вот, то есть, видите, эти лучники все-таки по нам стреляют как-то. А ну-ка давайте еще раз. Блин, вы скажете, да задолбал ты. Нет, еще последний раз. Ну, блин, тут их столько много. Я же могу просто огнемет включить и все. Смотрите. Они меня даже не атакуют, по сути. Нет, впереди, да, атакуют крысы. Блин, все-таки они меня сделали. Да, их хрен уничтожь. Ладно, идем на следующую зону. Извиняюсь, конечно, что... Да я, блин, за что? За все извиняюсь. Так, можно сохранять. Смотрите, вот эту фигнюшку можно сохранить. Давайте попробуем. Так, сохраняем. Наша просто потрясающая машина. Фуфел. Так, хорошо. Нам надо что здесь? Iron Ore? Укради и доставь Iron Ore, это типа вот эту фигню, что ли? Ну, давайте попробуем. Так. Как я ее могу украсть? Ну, скорее всего, толкать надо будет. Да. Ну-ка, я ее поджечь могу. Погодите, она толкается! Ну-ка! Блин, там надо две. Как интересно. Так, что я предлагаю вам, ребят? Точнее, нам. Так, что мы делаем? Во-первых... Не, блин, вот эти задачи очень прикольные. То есть каждый раз нам надо новую машину делать. Это очень круто. Хотя, мне кажется, кто-нибудь, какой-нибудь там хитрый браток Пульбасу сделает охрененную машину универсальную. Но я пока вот не знаю, как так сделать. То есть, видите, каждый раз надо нам новые задачи. То либо уничтожать кого-то, либо проезжать на маленькой машине, либо, наоборот, нам нужна броня. Это все прикольно. Так, что мы с вами сделаем? Мы с вами уберем огнемет. Ну, вот эти оставим, может, знаете, как турбо такой. Турбо надув, черт возьми. Знаете, как сделаем? Сейчас, так. Где там эта фигнюшка? Мы с вами сделаем... Так, пушка, нет, не то. Вот это, конечно, прикольно, но я не знаю, как это все будет. Давайте посмотрим. Мне даже очень интересно стало, будет ли летать наша птичка. Даже вот такие вот штуки сделаем. Может, я, конечно, забегаю вперед. Скорее всего, так и есть. Но попробуем. Я просто хочу сейчас попробовать, что будет. Так, отлично. Так, от винта. Почему не летает? Почему наша крошка не летает? Странно, она не может лететь. Секунду. Я хоть ту клавишу-то нажимаю. Press 0 to fly. Да, все правильно. Чё-то мы с вами не летим. Интересно, почему? Так, пистоны. Нет, нам пистоны пока не нужны. Мы поставим вот такую вот фигнюльку. А, нет, нельзя ставить, черт возьми! Так, это и все из-за броньки. Ну ладно, мы ее снимаем. В принципе, чё, нужна ли она нам? Так, повыше. Нам же надо столкнуть эту фигню, правильно? А это мы спокойно можем сделать. Раз, и знаете что? Вот где-то тут был пистон. Пистон-то где? Ну-ка, пистончик, где ты тут был?
Так, или, знаете, даже не пистон. Пистон, он что делает, вот пистон? Ну-ка. Да-да-да-да-да-да-да! Вот это прикольно. Так, супер, типа, пистон или что это? Ну-ка, я хочу все попробовать. JLH. Так, J. Ха-ха, прикольно, то есть он отбрасывается. L. Ага, он не работает почему-то. Ну ладно. Так, эту фигню тогда мы убираем. Если что, потом будем использовать. А пистон давайте-ка вот сделаем. Это прикольная штука. Будем сейчас толкать. Черт, это прикольно. Видите, каждый раз надо строить новую машину, чтобы вот... Ну это клево, клево. На каждом уровне что-то по-своему. Так, ну-ка давай-ка. Блин, не подъехали, что ли, еще? Ладно, чуть поближе. Оп-оп-оп-оп. Так, все, столкнули. Вот видите, уже практически прошли. Все, осталось последнюю. Только тут самое главное управление. Блин, с этой фигнюлькой гонять. Что-то с чем-то. Давай, 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 родная, давай. Так, 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 так. Черт, вот сейчас самое главное, чтобы не развалилось. Так, есть! Ну, черт, развалилось все-таки. Но ничего. Так, следующая зона наш у нас. Так. А, ну, эту миссию мы с вами уже видели. Помните, да? То есть надо тут уничтожить ее. Ну, когда мы тех братков-то хотели убить. Помните, на поле я их еще выжигал. Так, давайте посмотрим. Что это у нас тут за враг такой? Что за мать твою, ни хрена себе! Да ты охренела! Охренеть, вот это что-то новое. Смотрите, она все стреляет и стреляет. Да я уже мертвый! Ладно, я все понял. Так, давайте применим такую охрененную технологию. Вот, вот эта штука уже не зря тут стоит. Мы делаем так. Я же, блин, гений. Так. Вот так вот делаем. Черт возьми, да тут все легко, ребят. Так, так. Сейчас поставим, блин, все легко, реально. Легкие миссии. Так, ну-ка. Короче, идея такова. Я сейчас поставлю пушки и попробую запулять эту фигню. Да и все, и даже не подъезжая. Потому что как только мы подъезжаем, вы заметили, что эта хрень стреляет в нас. Так, что мы делаем? Что мы с вами делаем? Так, ставим пушки. Пушки — это уже такая проверенная тема. Не будем, наверное, слишком близко ставить. Ну, вот к краю. Иначе эта штука, мне кажется, перевернется. Ну-ка. Ну, я пытался. Я же пытался, ну-ка. Так, дубль 2, ребят. Сейчас я, знаете, как сделаю? Очень хитро. Так, погодите, а что эта пушка? А как она оказалась там-то? Чудо, я не понял. Ладно. Так, я... Ну-ка. Блин, ну практически попал же! Так, резет камера. Ну-ка, 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 ну-ка. Смотрите, она вроде как стреляет ровно в цель. Да, практически попали, ну-ка. Каждый раз она рандомно стреляет. Думаю... Черт возьми, да, мы выполнили эту миссию как-то по-читерски все-таки. Чертовцы забирают мою пушку. Куда вы ее тащите, крысы? Куда вы? Куда вы? Думаю, в принципе, на этом мы будем заканчивать, ребят. Ну, потому что дальше-то, мне кажется, интереснее будут миссии. Ну-ка, сколько там осталось? Так, 8, 9, 10. А, ну, в принципе, немного. Думаю, даже за следующую серию мы спокойно с вами пройдем. То есть, видите, всего 15. А так, на самом деле... Ну-ка, сколько их? То есть, у нас только эпсилон. 1, 2, 3... 4, черт, еще 4 и 5. Ну или где-то 1, 2, 3, 4. Ну ладно, это не важно, ребят. Думаю, за следующую серию-то мы точно этот остров-то и Апсилон, и Ипсилон пройдем. Ставьте лайк, если вам понравилось, потому что хоть какое-то разнообразие на моем канале. Я инди-игры вообще редко выпускаю. Был у нас Айзик, я пока что вот
забросим. Но эту игрушку, как вы видите, сложно забросить, потому что за две серии спокойно пройдем. Вот. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. С вами был Залел. До скорой встречи, дорогие друзья.